Коммунальные службы города проводят сезонную санитарную и омолаживающую обрезку деревьев. Традиционно зимние профилактические мероприятия дают старт сезону работ над зеленым убранством города. Для поддержания зеленых насаждений в порядке профилактическая обрезка выполняется каждый год. Зачем срезают ветви, узнавали корреспонденты Тихоокеанского телевидения. Сезонные работы по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев – одна из важных задач коммунальной службы города. Озеленители следят, чтобы деревья не представляли опасности для людей, а также были здоровыми. Так, сотрудники коммунальных служб в этом сезоне уже удалили порядка 20 аварийных деревьев. У нас еще есть пирамидальные тополя вот на Постниково, но они тоже считаются как аварийные, очень много. Но мы как-то не рискуем еще пока их убирать. Не знаю, поживем, посмотрим еще дальше. Обнажать деревья среди зимы – не прихоть коммунальщиков, а мера необходимости. Под пилу попадают, как правило, сухие и сломанные ветки, которые грозят упасть на пешеходов или мешают обзору на дороге, закрывают светофоры. Сучья, упирающиеся в фасады зданий, окна нижних этажей – тоже под снос. Судьбу каждого дерева определяет специальная комиссия. В ее составе представители администрации, экологи, специалисты архитектурного отдела. Порядок приводит не только деревья, но и кустарники. Как кусты поднимаются, мы ежегодно, даже два раза в год, мы делаем формирование. То есть шариком красивым, чтобы они не были в разные стороны, эти веточки. Санитарная обрезка деревьев заключается в удалении сухих, больных или гнилых ветвей деревьев. У стареющих или угнетенных деревьев убирают сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Данная процедура позволяет обеспечить здоровое содержание деревьев. Работы по благоустройству территории будут продолжены и в апреле. Весной, как всегда, у нас идет завоз чернозема, дополнительные клумбы, посадка кустов и деревьев. Очень много в этом году будем. Может быть, даже хвойных дополнительно. Работы по сезонной обрезке деревьев коммунальщики городского округа начали в первых числах февраля. На сегодняшний день продолжаются работы Фокина. Приводятся в порядок городские улицы и придомовые территории. На очереди Дунай, ведь поселок в этом году будет отмечать солидный юбилей. У нас в этом году 110 лет Дунаю. Поэтому будем там больше хвойных, будем там больше озеленять Дунай. Ну и здесь также у нас где-то идет около 600 штук вместе с кустами. Озеленители торопятся завершить обрезку деревьев до начала сокодвижения. Ведь главный принцип санитаров парков и скверов – не навреди.